Видео подготовлено сайтом онлайн-гдз.нет. Страница 41. Упражнение номер 184. В этом упражнении мы должны выполнить 5 заданий. Первое задание. Выпиши название всех разносторонних треугольников и равнобедренных треугольников. Разносторонние треугольники у нас следующие. МОК, МСБ, АДО. Равнобедренные треугольники у нас ДКО и МЦК. Равносторонний треугольник у нас СКМ. Это второй вопрос. Надо было найти среди равнобедренных треугольников равносторонний и подчеркнуть его название. Ну вот мы его выделили. Выпиши название всех прямоугольных, остроугольных и топоугольных треугольников. Прямоугольные треугольники у нас ОАД, МВС и МКО. Остроугольные треугольники у нас СКМ и МКО. Тупоугольный треугольник у нас один КОД. Выпиши название всех четырехугольников. Четырехугольники у нас следующие: МБЦК, АОКД, ОБЦК, ОМЦК, АМКД, ДОБЦ, ДОМЦ, АДЦМ, А, Б, С, Д. Вот столько много у нас четырехугольников. Подчеркни название прямоугольника. Прямоугольник у нас только один. А, Б, С, Д. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на наши группы в социальных сетях.